Всем привет, всех с праздником. Если не хотите пролежать следующие выходные с температурой, как я, то одевайтесь тепленько. Мы снова шуруем в галерею, потому что там продолжаются скидочки. Первым делом идем в Катон. Там, в принципе, и так недорогие цены. Но сейчас еще и скидки до 50%. Ну, в общем, что хочется сказать по всему залу. Вроде бы везде торчат скидки. Но, например, берешь кофточку рандомную, а скидки на нее нету. То есть скидку нужно поискать. Вот, например, как выглядит скидочка. Стоила 40 рублей, теперь 30. Или вот такое. 23 рубчика. Или вот, например, стенд со скидками. Вот это платье на скидке. Оно стоит 50 рублей, стоило 70. И тут же рядышком висит рубашечка, которая не на скидке, стоит 40. Так, мы нашли скидку 50%. Вот на такую кофточку. Она стоит 20 рублей, стоила 40. Мало кто знает, но именно в Катоне Ариана покупала майки, чтобы сиять как бриллиант в своем клипе. Короче, маечки стоят по 10 рублей, но есть... Стоили 20 до этого. Но есть по 14, по 15 без скидки. Смотрите, кюлоты за 17 рублей. Правда, два размера только осталось, но все равно цена очень хорошая. И вообще, как бы, много кюлотов по 30 примерно в среднем рублей, но мало размеров. Блин, на самом деле Катон какой-то необъятный. Смотрите, вот такая блузочка стоит 20 рублей, стоила 40. И вот такая вот 23 тоже стоила 40. Но поискать скидки нужно, просто поохотиться за ними, я бы сказала. Так, я не вру. Смотрите, юбок вроде как бы много, да? Но вот такая вот, например, только одна. Вот такая вот тоже только одна. Желтеньких две. Ну, вы поняли систему. 15-20 рублей. Вот, кстати, джинсы в Катоне. Куча всяких моделей. И стоят они 20-30 рублей. Да, со скидочкой. Ну, есть по 40. Еще в Катоне куча маечек на бретелечках, без бретелечек, с таким вот рукавчиком по 5, 7, 10 рублей. И на скидке, и без скидки. Друзья, посмотрите, вот эти вот джинсы я нашел за 13 рублей, а были 29. Ну, к сожалению, не мой размер, но так, в принципе, нормально. Смотрите, вот эти вот рубашки всех цветов. Вот всех цветов и на данный момент по размеру всех стоит всего 19,99 вместо 20,99. Ну, норм. Кстати, с длинным рукавом тоже есть на скидке. Смотрите, вот эта рубашка стоит 19,99. И такая, вот такая серая, белая. Смотрите, вот такие классические брюки стоят 40 рублей вместо 60. Смотрите. Не мой размер, конечно, не покажу, но так, мне кажется, вполне хорошее предложение. Смотрите, вот такие темные джинсы тоже были 60, а сейчас 30. Друзья, смотрите, вот эти кроссы были 80, а сейчас за 40 их продают. Обуви еще есть, кстати, вот такие шлепанцы. Были по 30, сейчас по 20, их продают, 22. Так, ну надевала я это с тем расчетом, что это будет секси, а надела я это какой-то мамин халат. Короче, стоит 35 рублей такое платье, стоило 50. Так, как я уже и говорила, здесь и без скидок есть низкие цены. Например, такая кофточка без скидки стоит 28 рублей, юбочка 35 вместо 50. Так, вот это вот на это горошковое платье красиво, большая скидка, оно стоит 25 рублей, стоило 60. Вот такие вот пуговички красивенькие. Ну, как говорится, любишь курочку из KFC, люби и с треском в эску платит, да? Вот эти вот джинсики скини стоят 30 рублей, они без скидки. Эта кофточка 28 рублей, стоила 35. Лук называется «После работы на дискотеку». Маечка такая обычная, без скидки 10 рублей. Пиджачок, смотрите, какие карманы. Стоит 70 рублей, стоило 100. Вот такие вот брючки 30 рублей вместо 55. Друзья, смотрите, вот такое поло стоит 10 рублей. Вот такие вот джинсы обычные стоят 25.
Друзья, смотрите, вот такая со светлым рукавом рубашка стоит 20 рублей, а было 30. И такие джинсы темные стоят 25. Вместо 50, как бы. Заровским модникам посещается. Смотрите, вот такое поло в катоне стоит 20 рублей вместо 30. Ну, Заре вы бы за такое подали бы, ну, примерно так, рублей 50. Ну ладно, сейчас на скидках может быть и за 40. Друзья, смотрите, вот эта вот обычная футболка стоит 10 рублей, а было 23. Ну, даже мое гуманитарное образование говорит о том, что здесь скидка больше 50, так что надо брать. Потом, у меня нескромный вопрос. А куда повесить-то, собственно, примерочные вещи свои? Нашли мы, короче, такую обалденную майку с прикольными шортами. Придумали шутку, под которой мы будем ее снимать, но нам не удалось, потому что... Серьезно, Катон, как ты предлагаешь это мерить? Как просто? Что хотели сказать по Катону? Скидки действительно достигают 50%, но есть не скидочный товар, который тоже по хорошей цене. Друзья, напоминаем, что еще только начало июля, к концу месяца скидки будут до 70%. А модельный ряд уменьшат.